Уважаемые жители Северского района, дорогие земляки, примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны и труда. Этот светлый и радостный день, наполненный особой атмосферой, по-прежнему остается одним из самых любимых в народе праздников. 1 мая является неизменным символом единения и солидарности россиян, олицетворяет обновление жизни и уважение к труду, которое одинаково радостно встречают люди разных поколений. Как бы ни менялось во времени его названия, мир, труд, май по-прежнему остаются близкими и актуальными. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. Сегодня мы видим, как улучшается Северский район, строятся социальные объекты, благоустраиваются парки и скверы, системно реализуются федеральные и региональные программы, динамично развивается сельское хозяйство. Создан серьезный фундамент для дальнейшего поступательного роста и приумножения достигнутых результатов. С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит Северский район своим трудом, талантом и профессиональным мастерством. Успешно, добросовестно трудится на благо малой родины. С каждым годом краше становятся станицы и поселки, развивается экономика и укрепляется социальная сфера. Все это заслуга каждого жителя муниципалитета. Результат общей, ежедневной, кропотливой работы. Спасибо ветеранам за ваш опыт, который вы передаете молодому поколению, и верность нравственным принципам. Мы ценим и хорошо помним, что именно вам пришлось возрождать страну после военные годы. Вы были основателями многих начинаний и хороших традиций. В этот день желаю всем жителям Северского района счастья, здоровья, стабильности и исполнения самых светлых надежд. Пусть весеннее тепло принесет вам и вашим близким радость, мир, согласие и благополучие. С праздником весны и труда! С 1 мая!